В Якутск прибывают участники всероссийского слета студенческих отрядов. В нем примут участие более 2000 студентов со всей страны. Главное событие этого года для бойцов студотрядов посвящено окончанию 58-го трудового сезона. Начиная с 27 октября для участников всероссийского слета подготовлено более 20 различных мероприятий и площадок, каких расскажет Марианна Кутукова. Всех участников слета в аэропорту Якутска встречают с караваем и национальным напитком кумыс. Одна из самых больших делегаций прилетела из Бурятии. Ребята не скрывают радости от предстоящего слета. От слета ожидаем только самых положительных эмоций. Хотим окунуться в культуру Республики Саха-Якутия. Хотим познакомиться с новыми ребятами, поделиться впечатлениями и хорошо провести время. Я больше всего ожидаю встретить своих друзей, с которыми в течение всего этого времени, которое состою в студенческих отрядах, да, познакомилась с разными направлениями, ребятами с разных городов. Вот я приехала с ними встретиться. Всего на всероссийский слет ожидается приезд более 1300 участников из 67 регионов страны. Их ждет трехдневная обширная программа. Это культурные, спортивные и образовательные мероприятия. В числе главных отмечают 4-ю всероссийскую спартакиаду студенческих отрядов. Впервые в программе спартакиады состоится масс-рестлинг – якутский национальный вид спорта. Кроме этого, во время слета выберут мисс российские студенческие отряды. Здесь абсолютно разные участницы. И они абсолютно с разных городов нашей страны. И в этом особенность будет конкурса, потому что каждая из нас внесет свой вклад, свой опыт в данное мероприятие и украсит его своей красотой, харизмой, талантом. Якутия выбрана местом проведения слета не просто так. Многие голосовали, мы боролись, получается, за право проведения слета. И очень отрадно, что все-таки получилось так, что мы стали организаторами. В Якутии слет проводится впервые. И в будущем, будущее столетие, возможно, будущее 50-летие не планируется. Потому что слет каждый год проводится в разных городах, а в юбилейные года проводится в Москве, получается. Открытие всероссийского слета студенческих отрядов состоится уже в эту субботу, 28 октября в 20:00 в спорткомплексе «Триумф». Здесь идут последние приготовления и репетиции. Гостей слета ждет красочное представление, где будет показана история движения студенческих отрядов, а также культура и колорит народа Саха. Все это можно будет увидеть не только здесь, в «Триумфе», но и по нашему телеканалу во время прямой трансляции. Марианна Кутукова, Евгений Тайтонов, НВК Саха, Якутск.